Всем чики, бам, бони, смотрим клип. Мэро. Понимаю, рэпер. Используется такая съемка очень крутая, там, знаете, профессиональная, когда снимают различные видео с каких-то, знаете, приключений, да, ну, парень зовут Сэм, вот он снимает видео, начал снимать в таком вот варианте очень часто, и вот сейчас начали все повторять. Но очень атмосферно, показана какая-то нищета, город тоже нищий, мелодия пока такая. Как понимаем, это припев мелодичный, очень приятный для слуха, да, то есть уши ласкают, да, то есть, ну, знаете, уши там не режет, да, то есть, ну, хорошо, хорошо. Дополняет хорошо вот эту красоту, вот такую мелодию, то есть сразу видим такой вкус какой-то другой страны. Тюрьма. Ну, видите, да? Тюрьма, потом эти фаеры горят, да, ночь, видите, какой-то протест, да, и флоу подыбать к этому протесту, он прям идет в бой. Ну да, тут прям бунт. Вот это жесть. На слух прям вот вау, вау. Ой, хорошо. Такая вот синхронность, да, крутая. То есть он как бы так интонирует на каждый какой-то слог. Причем он это еще и как бы переводит в движение, то есть в танец, за такой чик. Чик, и потом под самую такую сильную ударную часть, такой финалочка, последний такой ударчик. Очень красиво. Они словно приехали на родину к себе. Рифмы прям просто шквал каких-то рифм, прям очень, ну то есть прям слышно, отчетливо, даже вот я просто слушаю, не знаю языка, но рифмы чувствуются.
очень трудно, да, то есть припев, да, очень был трогательный, и вот концовка прям тоже, прям вот вышка. Ну, как понимаю, да, он приехал на родину, скорее всего, вот вначале, как бы, словно в припеве он как-то благодарил, да, свою родину, а вот в куплетах, да, когда была агрессивная часть, он словно протестовал, то, что ему не нравится, то, что там вообще творится. И вот в конце он вот раздает еду, да, вот помогает людям. Это очень добродушно, с его стороны, очень хорошо. Но это всегда приятно смотреть на доброту, тут добра, позитива. Чики-пики.